Доброе утро, Мария Юрьевна. Доброе утро, Салтанат. На улице такой дождь, лед. Наверное, вы промокли. Может, чаю? Все хорошо, но от чая не откажусь. Сейчас приготовлю. А можно чуть позже? Я отлучусь ненадолго в магазин. Вчера сестренка поспорила, что сегодня не будет дождя. Теперь придется покупать ей коробку конфет. А ты что, за прогнозом погоды не следишь? Вчера же дождь обещали. Ну, обещали, но это же не значит, что будет. А мы с ней любим часто на что-нибудь поспорить. Обе азартные. Ну что ж, придется платить. Займись пока работой, а как закончим это дело, можешь бежать за своими конфетами. Прими деньги, как ты знаешь. Хорошо. Жизни без денег не бывает. Но иногда и с ними нелегко. Как правильно тратить, а еще и откладывать? Или форс-мажоры? Что с ними делать? А уж если попал в кризисную ситуацию, то тут уже не до денег. Жилье бы сохранить. Вот говорят, риск – благородное дело. Но так ли правдива реклама, зазывающая рискнуть и вложить средства в некие супердоходные площадки Форекс? Или лучше доверить свой капитал профессиональному брокеру? Из сегодняшней истории узнаем, чем чреват для непрофессионалов такой рынок. Специальный финансовый консультант Мария Зубенко, как всегда, поможет разобраться во всем. Салтанат? Созвонись, пожалуйста, с сегодняшним посетителем. Узнай, когда его ждать. Мы ведь с ним так и не договорились. По времени. Я уже все сделала. Дизайнер Жан Сметов будет у вас через 30 минут. Он просит проконсультировать вас по рынку Форекс. Угу. А, пожалуйста, подготовь мне его дело. И дополнительную информацию по рынку. Как обычно. Я так поняла, что клиент в целом не знаком. Не то чтобы с торгами на Форексе, а вообще не имеет понятия о фондовом рынке. Дело номер 526. Жан Сметов. 32 года. Холост, дизайнер, консультация по рынку Форекс. Здравствуйте. Здравствуйте, Жан. Мария Игоревна ждет вас, можете проходить. Спасибо большое. Добрый день. Добрый. Жан. Мария, очень приятно, присаживайтесь. Надеюсь, не заставил вас долго ждать. На работе так завал, один проект за другим. Но все-таки вовремя успели, значит, серьезно задумались для того, чтобы выйти на рынок Форекс. Да, ну, хотелось бы для начала все взвесить и обдумать. Как мой один клиент все время об этом Форексе говорит. Там, говорит, легко и просто. Даже можно, говорит, потренироваться и на этом зарабатывать. Например, на снижении и повышении курса валюты. И что же вы уже самостоятельно узнали? Если честно, не все понял, и поэтому я к вам обратился. Как я сам понял, Форекс – это как биржа? Угу. Ну, на самом деле, да, в обиходе Форекс называют биржей. По сути, это название международного рынка валют, который, в отличие от биржи, не имеет географических координат, конкретного здания и юридического адреса. Торги на Форекс ведутся в удаленном круглосуточном режиме. Для этого необходимо специализированное программное обеспечение и интернет. А частным лицам в этих торгах разрешается участвовать? Участниками рынка Форекс могут быть любые игроки. От коммерческих банков до частных лиц, например, таких как вы. Последние покупают валюту для личных целей. Они занимаются спекулятивными операциями, совершают какие-то сделки. И для того, чтобы получать доход и прибыль от колебаний курса валют. А там действительно можно прилично зарабатывать, даже не профессионалу? Мой один клиент говорит. Угу. Ну что ж, пришло время во всем разобраться. Жан Сметов – востребованный дизайнер интерьера, оформивший десятки квартир и домов. Один из клиентов посоветовал Жану вложить сбережения в торги на валютном рынке Форекс. Клиент уверял, что там можно получить прибыль как на росте, так и на понижении, например, того же курса валют. Однако Жан понимает, что в денежных вопросах не стоит поддаваться азарту. Мне все нравится. На днях я улетаю за границу. Я думаю, по возвращении мы приступим к трансформации моих апартаментов. Я не сомневался, что вы будете в восторге. Дорогой проект, но оно этого стоит. Кстати, о деньгах. Пока ты не женат, есть хорошая возможность заработать. Я играю на рынке Форекс, вложил совсем ничего, а имею хорошую прибыль. Классно. Ну, я ничего не знаю пока об этом. А здесь ничего сложного нету. Купил книжки по трейдингу, почитал и вперед. Получается, для этого специального образования не надо, да? Я в бирже вообще ничего не понимаю. Я пшеницу выращиваю и продаю.
и то разобрался. Ну, сейчас пассивная, правда? То, все, некогда, времени не хватает. Я специального человека нанял. Брокер называется. И много заработали? Пока начинал, вложил, потерял немного, в азарт вошел потом. Ну, потом, думаю, не буду останавливаться. Дошел до результата. Сейчас уже хорошо, уже прибыль бывает уже. О, классно. Ваш знакомый – процветающий бизнесмен. И наверняка знает, что там, где речь идет о деньгах, лучше всего довериться профессионалу. К сожалению, на рынке Форекс очень много мошенников. Как? Реклама торгов порождает иллюзии. Однажды, получив прибыль, человек теряет бдительность и начинает ошибаться. Это типичный сценарий разорения. Тем более, эта сфера финансовых услуг никак не регулируется законом в Казахстане. Чем пользуются недобросовестные компании, использующие различные схемы мошенничества. Поэтому я советую обращаться к профессиональным брокерам, знающие правила игры. Ах, вот оно что. Да, поэтому мой первый главный совет – на рынке Форекс обратиться к профессиональному брокеру. Если вы не возражаете, можно я запишу? Да, конечно. Я приведу в пример дело, которым сейчас занимаюсь. Один мой клиент как-то вложился в одну из таких платформ. До этого он заложил квартиру, потом продал машину. А все потому, что однажды ему удалось подзаработать на индексах Форекса. Эта обманная удача и стала спусковым механизмом его алчности. Такой Форекс-аппетит часто сравнивают с игроманией. Какой кошмар. Я не хочу так... Толковый трейдер, то есть биржевый игрок, в месяц может заработать 10-20% от суммы, находящейся на депозитном счете. Его цель не сиюминутная прибыль, а удержание денег на определенном уровне. Тогда в процентном соотношении прибыль будет меньше, а в абсолютном больше. Получится выигрыш с меньшими рисками. Как я понял, лучше без самодеятельности. Лучше обратиться к брокеру. Совершенно верно. Но даже здесь результат не гарантирован. Для того, чтобы действительно добиться успеха в этой сфере, нужно чуть ли не сутки напролет находиться в профильных ресурсах. Отслеживать все колебания валют, делать расчеты, анализировать даже политическую обстановку в тех регионах, от ситуации в которых может зависеть валютный рынок и так далее. Да, не все так просто. Слушай, тут даже приводят примеры, как мошенники действуют. Сейчас тебе зачитаю. Дорогая, зачем ты меня пугаешь? Ты же знаешь, мы как трясемся за каждую копейку. Еще каких-то про мошенников хочешь мне зачитать? Не бойся. Много будешь знать? Мало будешь спать. В общем, я читаю, а ты слушай. Существует несколько схем мошенничества. Одной из самых популярных является предоставление ложных курсов валют. Мошенники, например, зарабатывают на разнице между реальным курсом валют и тем, который они дают клиенту. Дают. Работа недобросовестного дилера часто строится так. Сделки клиентов перекрывают друг друга. Компания здесь превращается в большой клиринговый центр, осуществляющий взаимозачет позиций. Клиенты уже зарабатывают деньги не у компании, а друг у друга. А дилер зарабатывает на комиссиях. Все, прекрати. Давай поужинаем. Закажи что-нибудь. Я уже записался консультант. Надеюсь, она мне поможет. И надо же инвестировать деньги. Что, теперь всего бояться, что ли? Я слышал, на рынке Форекса действуют два вида посредников. Это брокеры и дилинговые центры. Первые – торговая операция на внешнем рынке, а вторые – на внутреннем рынке. Эксперты неоднозначно относятся к работе дилинговых центров. Все потому, что деньги трейдера не поступают на мировой рынок, а остаются здесь же, в тех же дилинговых центрах. То есть дилинговый центр выступает не в роли брокера, а в роли казино. Выигрыш небольших выплачивается проигрышем основной массы. И такую схему по принципу казино использует большинство компаний в Казахстане. И это вам нужно обязательно учитывать. А есть хорошие дилинговые компании? Ну зачем вам это? Ведь на рынке представлено много достойных лицензированных брокерских компаний, которые также представлены на рынках Форекс. И они могут предоставить услугу и по портфелю валют, и индексах тоже. Понимаю, понимаю. Салтанат, что там у нас с чаем? Так вот, продолжаем. Вернее, вернемся к нашему первоначальному запросу – самостоятельному вхождению на рынок Форекс. Я бы не советовала отправляться в это самостоятельное плавание. И сама не намерена этого делать. Имею портфель вполне надежных ценных бумаг и счет у лицензированного брокера. Почему? Вы же профессионал по финансовым. Не путайте. Я вам уже говорила, сколько всего нужно знать и времени тратить на отслеживание информации, валюты, индексов.
Вот вы, дизайнер, у вас творческая профессия, которая отнимает много сил и времени. Ведь пострадают ваши постоянные доходы из-за отвлечения на Форекс. Да, я как бы об этом не подумал. Ну, есть же специальные советы для чайников. Ну, имеется в виду для новичков, как я. Ну, и роботы, которые пересчитывают, когда покупать, когда продавать. Спасибо. Угощайтесь. Для чайников существует и литература, и в интернете инструкции. Но почему же тогда люди потеряли деньги? Ведь читали, наверное, тоже и на тренировочной платформе репетировали, демо-счет, но деньги-то потеряли. Вот хорошо, что вы задумались. Ну так что решили. Как хорошо, что я к вам обратился. Если честно, я не знаю, что бы я натворил бы. Сейчас мы еще свяжемся с экспертом и спросим его мнение. Минуту. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Нам нужен ваш совет. Форекс – это, если перевести дословно, это foreign exchange, это покупка иностранной валюты. На самом деле большинство или все компании Форекс, которые предлагают услуги Форекс, они предлагают это с большим плечом и с риском. То есть, например, они предлагают вам вложить $100, при этом вам открывают счет на $10,000. Фактически они вам предоставляют кредит, который вы должны отработать и вернуть компании. А вы знаете, что кредит вернуть не очень просто. Во-первых, вы должны заработать как минимум $9,900 и вернуть компании, чтобы хотя бы вытащить свои $100 обратно. Это очень опасный рынок, и для начинающего инвестора это нежелательно. На профессиональном Форексе работают, во-первых, без плеча, без всяких кредитов, работают только на свои деньги, работают серьезные крупные банки, компании. А начинающий индивидуальный инвестор – это просто ловушка, западня, чтобы потерять свои последние деньги. А что касается нашего рынка, мы, например, как казахстанские профессиональные участники, мы работаем в первую очередь в соответствии с казахстанской действующей лицензией и под надзором Национального банка как уполномоченного органа. Соответственно, мы выполняем все прудинциальные нормативы, мы держим деньги клиентов отдельно от собственных денег, не пользуемся деньгами клиентов. Клиент сам использует свои деньги и инвестирует их на рынках и в любое время может отзывать свои деньги обратно. И возврат этих денег осуществляется в течение 3 банковских дней. И на будущее. По вопросам финансового рынка вы можете смело обращаться в мобильное приложение НБК онлайн и получить консультацию в самом Нацбанке Казахстана. Если вы приняли взвешенное решение о вхождении в рынок Форекс, знайте, что данный сегмент никак не регулируется законодательством Казахстана, и за все риски по своим инвестициям вы отвечаете самостоятельно. Не забывайте, что вокруг Форекса много мошенников. Обычно это небольшие компании, у которых не более 200 клиентов. Чтобы рынок Форекс не стал катастрофой, лучше действовать через брокера с хорошей репутацией. Жан, я надеюсь, смогла вам помочь. Да, очень. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания. Я очень благодарен. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания. Ну что, Салтанат, будешь еще спорить? Ой, затратное это дело, азарт, даже с родной сестрой. И время, и деньги потеряла, пока нашла ее любимые конфеты. Пришлось по всему магазину побегать. Я рада, что ты это поняла. Ну, давай, до скорого. До свидания. Алло, приемная. Да, слушаю. Ага, по какому вопросу?